Перевернувшийся состав перегородил железнодорожные пути в оба направления. Вагоны повредили рельсы и шпалы. Произошла задержка 12 поездов. Минимальное время ожидания составило 9 часов, максимальное 19. Погибших и пострадавших в результате ЧП нет, сообщает пресс-служба ВСЖД. С рельсов сошли 22 вагона, среди них 14 цистерн с мазутом. Он разлился на площади 800 квадратных метров. Для того, чтобы организовать достаточно быструю ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, были поняты 3 восстановительных поезда. Зимы из Тайшета, они оперативно расчистили путь. Пришли, значит, путейские машины, энергетики, и в течение 17 часов 6 минут движение было восстановлено. На место происшествия была направлена оперативная группа представителей МЧС и ВСЖД. Территорию разлива нефтепродуктов обработали специальным сорбентом. Угрозы экологии нет, сообщают железнодорожники. Причина аварии устанавливается. Среди основных версий – неисправность вагонов, ошибка машиниста, неудовлетворительное состояние железнодорожного полотна. Движение на перегоне Камышет-Ук в СЖД удалось полностью восстановить к вечеру субботы. Как утверждают в пресс-службе ведомства, восстановлено около километра железнодорожного полотна и отрегулировано свыше 400 метров контактной сети. Яна Романова, новости сейчас, при содействии телерадиокомпании ТВ-12, Нижнеудин.